нас сьогодні завітав голова Всеукраїнської профспілки спортсменів у нашому місті Раміля Габеков. Вітаємо тебе. Здравствуй. За твоєю стрімкою кар'єрою слідкував, мабуть, кожен містянин і житель області. Нещодавно у соцмережах на твоїй сторінці з'явилась заява про те, що ти стаєш головою профспілки спортсменів Всеукраїнської профспілки у нашому місті. Чому вирішив цим займатися? Ну, во-первых, я всю жизнь посвятил спорту, то есть я начинал и продолжаю тренироваться так, как спортсмен в профессиональном виде спорта, как кикбоксинг. Сейчас такой момент настал, что сейчас организовался Украинский профсоюз спортсменов, который будет действовать и уже начал действовать абсолютно по всей Украине, во всех областях, во всех городах. И поступило предложение, что зайти в основатель этого профсоюза, и меня выбрали главой профсоюза города Николаева и в целом области. И, конечно же, это, знаете, это как зов души, это в сердце, спорт это в сердце, и тем более, как понимаю, что есть шанс, есть возможность работать на благо спорта, на благо спортсмена в первую очередь, и как-то продвигать и выводить, знаете, выводить спорт на, ну, на высокий уровень, то есть на уровень более выше, нежели он есть на данный момент в стране нашей. То есть поэтому я и согласился, поэтому я и хочу этим заниматься. Какие основные функции профспілки спортсменов? Профсоюз спортсменов, в первую очередь, что это такое? Профсоюз спортсменов – это такой себе даже не орган, а как организация, ну, то есть профсоюз, который в первую очередь защищает и преследует юридические интересы спортсменов. То есть это может быть как защитный орган для спортсмена в его виде спорта любом. Это может быть как вспомогательный орган, то есть профсоюз, который помогает спортсмену в определенных моментах. Ну, например, мы можем взять, да, когда у спортсмена возникают какие-то проблемы в его виде спорта. Ну, например, даже не спонсирование, которое должно быть, например. Нет спонсирования. То есть этим профсоюз должен уже заниматься. То есть это юридическая помощь, которую предоставляет профсоюз. Или же, например, у спортсмена случилась травма, за которую он не получил ни компенсацию, или за которую он просто, или которую он не должен был получать вовсе, да, например. И нет никаких, нет последствий положительных в его сторону, например. Опять же, профсоюз занимается тем, чтобы наладить этот момент, наладить отношения, например, да, там, или федерации, пусть то будет там, или в общем государство к спортсмену. То есть профсоюз – это первый друг и первый товарищ, который протянет помощь любому спортсмену в его виде спорта. Як стати учасником, членом цієї профспілки, і що для цього необхідно? Участником этого профсоюза может стать любой спортсмен, любой представитель вида спорта. Это может быть даже не только представители спорта, а их тренера. Это могут быть и представители федерации, которые, это могут быть представители и ДЮСШ, и спортшкол, которые работают просто в спортшколах. Нужно что? Нужно, во-первых, нам нужно связаться с этими людьми. То есть, ну, в любом случае, мы сейчас уже начинаем, как говорится, общаться со всеми. То есть, вот, ну, буквально на днях уже вот каждый день мы прозваниваем, я со всеми общаюсь, со всеми выдающимися спортсменами города, да, там с главными представителями уже кикбоксинга общался, боев без правил, вот сегодня с легкоатлетами будем общаться, также даже вот и с Абраменко мы уже общались, да, и с отцом его, то есть общались, что вот будет создаваться, уже создалась такая профсоюз, то есть будем работать, и все согласны, то есть вот так. Між собою профспілки різних областей і міст будуть якось співпрацювати або, можливо, надавати якусь допомогу, якісь поради? Звісно, у нас такий великий слажений колектив, тобто велика команда всеукраїнська. Ми вже зустрічались на общих собраннях. І, звісно ж, вот, буквально через неділі-дві ми вже опять стартуємо в Київ, і буде опять же встреча профспілки всеукраїнської. То есть, опять же, будем собираться всей страной и уже будем решать более подробные вопросы, более подробные проблемы, которые сейчас насущие в нашей стране по спорту и помощь, в котором нас, мы в которых можем помочь ребятам. Ось саме про твої плани, як голови профспілки спортсменів у нашому місті, що в першу чергу ти плануєш зробити?
первую очередь, конечно же, хотелось бы сделать вот... Я вот как спортсмен, который сам выступаю, да, профессионально, то есть я хотел бы, чтобы спорт и чтобы федерации, чтобы, в общем, доступность спорта стала намного ближе, нежели она есть, например, на данный момент. То есть, что спортсмены не думали о каких-то там моментах минимальных, да, там, о том, чтобы мне нужно, например, там, у меня нет денег даже купить футболку, образно говоря, да, сборной Украины, когда еду на чемпионат мира или чемпионат Европы. То есть планы такие, чтобы сделать профсоюз главным инструментом и главным, опять же повторюсь, товарищем для каждого спортсмена. То есть, чтобы он знал, что обратившись в профсоюз или пообщавшись с представителем профсоюза, я знаю, что у меня будет 100% помощь. А помощь мы будем стараться предоставлять в любом смысле спорта. Це важливо для спортсменів, які прославляють наше місто, нашу країну, навіть за її теренами. І, мабуть, ганебно відчувати, що немає коштів для чогось мінімального, що не підтримують людей, які відстоюють честь нашого міста, нашої України, а підтримки вони не мають. Согласен з вами. Тобто ми будемо максимально налажувати. Зараз, як би, ми бачимо, в будь-якому випадку, ми бачимо определенные положительные изменения уже, как бы, если сравнить, например, вот я сейчас сравниваю то, когда я выступал там 8 лет назад, например, ездил там 7 лет назад ездил на чемпионаты мира, чемпионаты Европы, и то, что сейчас, например, в моем виде спорта, как изнутри я говорю, то есть я вижу положительные изменения, но раз положительные изменения идут постепенно, да, мы максимально постараемся ускорить этот процесс. То есть это профсоюз – это ускоритель процесса, да, улучшения спорта, улучшения положения спортсмена в нашей стране. У свідомості багатьох людей профспілка – це те, що стосується людей, які працюють, якоїсь професійної спілки. Але чи будуть входити до вашої профспілки юні спортсмени, які також досягають якихось вершин і також мають право на захист? Конечно, конечно. В наш профсоюз будут входить абсолютно все представители спорта, то есть вне зависимости от возраста, потому что, знаете, мое мнение, что спортсмен может быть молодым, очень выдающимся, а за этим спортсменом, например, да, этим спортсменом могут и пользоваться, да, определенные там люди федерации в том плане, что, ну, этот спортсмен может даже не понимать того, что, например, он заслужил намного больше, чем он имеет на данный момент. То есть профсоюз, зайдя в профсоюз, да, работая с нами, и мы работая с этим спортсменом, мы будем наблюдать, мы будем следить за этим всем, и спортсмен будет получать максимально то, что он заслужил. Дякую тобі, що сьогодні завітав до нашої студії, за те, що дійсно у спортсменів нашого міста, нашої області тепер буде підтримка і вони будуть знати свої права.